Добрый день, мои подписчики и гости моего канала. А для тех, кто не в курсе, расскажу. Вчера вот в эту ловушку, которая стоит слева от Оли, к нам прилетел рой. Ловушка, соответственно, стояла в другом месте. Что мы сделали? Какие были сделаны мои действия? Так как я начинающий пчеловод, я дождалась, когда вся пчела летная залетит в ловушку, весь рой туда переместился, и мы ее сняли, и я начала переселять этот рой в новый улей. Конечно, я не ожидала такого количества пчел. Пчел было очень много, рамок у меня там было, наверное, штук 8 стоит в ловушке. А все рамки были, на всех рамках были пчелы, потом еще были бороды, когда я вытаскивала рамки, бороды из пчел под рамками. И я переселила их в соседний, в улей. Но так как мне показалось, что одной коробки вот этого нижнего улья не хватит на эту семью. Семья очень большая. Все стены, весь пол был также где-то, наверное, толщиной сантиметров 10, толстым слоем увешан пчелой. Поэтому я решила, это мои действия, я не знаю, конечно, правильно, неправильно, поставить еще одну сверху коробку. И также с рамками. И уже ту пчелу я ссыпала в этот улей. Ну вот сегодня утро, день. Пчела работает. Да, добавлю. Я еще им поставила из своего улья, вытащила рамку с расплодом и напроском меда. Там, в общем, такая рамочка хорошая, расплода много, и мед на ней тоже также был. А сегодня вечером хочу просто еще подкормить пчелу, с пакетиками дать сироп, чтобы они у них было как-то вот, с чего им начать жизнь. И чтобы они все-таки у нас остались. Если видит мой ролик профессиональные пчеловоды, буду очень признательна за ваши комментарии. И, может быть, вы что-то мне подскажете, что-то я сделала неправильно, и что-то я могу скорректировать, пока еще они у нас есть, не улетели. Или, может быть, я все правильно сделала. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если я все правильно сделала и вам понравился мой ролик.